Всем доброго времени суток, с вами снова эксперт по цифровой технике Илья. И сегодня мы с вами посмотрим, способен ли бюджетный планшет Digma Prime 4 помочь нам в повседневной жизни. Планшет выполнен в пластиковом корпусе, что делает его максимально легким. Даже многие смартфоны весят почти столько же, всего 310 грамм для 7-дюймового планшета. В верхней части планшета находится съемная крышка, под которой находятся привычные нам разъемы для сим-карты и карт памяти microSD. Этот планшет не предназначен для фоторедакторов или других графических приложений. Зато он с легкостью поможет вам убить время в дороге или развлечь вас дома. Чтение большого количества текста, видеоролики или даже средние 3D-игры. Все это будет отображаться у вас на матрице TN-Film, которая поможет сэкономить вам на стоимости планшета. Кстати, он поддерживает мультитач, к которому мы все так привыкли. Этот планшет явно создан для работы в интернете. В нем есть поддержка 3G и, конечно, Wi-Fi. Встроенной памяти всего 8 гигабайт. Вместе с тем, поддержка карт памяти до 64 гигабайт легко решает проблему нехватки места. Для любителей послушать музыку тоже есть свои плюсы. Это достаточно громкий динамик и модуль Bluetooth для подключения внешних аксессуаров. В дополнение есть динамик для совершения вызовов. А питает это устройство аккумулятор емкостью 2200 мАч, который обеспечит до 6 часов активного использования планшета. Процессор с 4 ядрами и 1 гигабайтом оперативной памяти справляется с повседневными задачами. В планшете есть GPS-модуль, без проблем определяющий местоположение, так что вы вряд ли заблудитесь с этим планшетом. В комплектации все просто логично. Провод microUSB для зарядки и адаптер питания. Если вы никуда не торопитесь, или вам нужен спутник, который будет развлекать вас в дороге, или вы заблудились, или вам нужно узнать то, что происходит в этом мире, то этот планшет – то, что вам нужно. Он способен помочь вам в решении большинства повседневных задач. Но узнать стоимость данного гаджета, а также приобрести 60 тысяч других товаров, вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Всем до скорой встречи!